Сегодня хотелось бы поговорить о том, как устранить проблему сгона масла в сапун, так называемый. Если у вас восьмерки, девятки, десятки, 14-й модели АвтоВАЗа, убегает масло в сапун, постоянно в воздушном фильтре все замаслено, то эту проблему возможно устранить. Многие советуют просто скинуть шланг вниз, но это неправильное решение проблемы. На самом деле нужно заменить решетку под крышкой головки цилиндров. Она находится вот здесь. Эта решетка фильтрует проходящее через нее масло. Если оно забито, то естественно и масло сгоняется в сапун. Сейчас покажу решетку, а также последовательность действий по замене этой решетки. Она достаточно дешевая, вообще практически не стоит денег, 50 рублей, я считаю, это небольшие деньги. Поэтому чистить мы ее не будем, а просто заменим. Итак, вот как выглядит эта решетка. Новая. Дальнейшие наши действия. Откручиваем клапанную крышку. То есть снимаем этот шланг сапуна, снимаем данный шланг, откручиваем крепление газового троса, откручиваем две гайки, крепящую крышку, и снимаем крышку. Крышку демонтировали, пришлось снять воздушный фильтр, он немного мешал. Вот она крышка с оборотной стороны. Откручиваем два болта и снимаем вот эту металлическую панельку. Как крутить гайки я показывать не буду, как и в предыдущий раз. Я думаю, с этим каждый справится. Откручиваем. Подкрутили, сняли. Кстати, не перепутайте, с этой стороны длинный будет болт, а с этой короткий. Немножечко почистили крышечку и откладываем пока ее в сторону. Здесь мы наблюдаем нашу всю грязную забитую решетку. Итак, здесь наблюдаем нашу грязную всю забитую многослойную решетку. Вот ее-то нам и надо заменить. Откладываем ее в сторону. Здесь можно тоже немножечко почистить. И ставим так же, как и стояла эта, новую решетку. Висел клапанную крышку, там где будет установлена новая решетка. Устанавливаем новую решетку, так как стояла предыдущая. Устанавливаем сюда крышечку, прикручиваем ее. Ну, в общем, собираем все в обратной последовательности. После чего выгонять масло сапун не должно. Воздушный фильтр после чего должен оставаться чистый, и убывать масло должно перестать. Если, конечно же, оно у вас не убывало по другим причинам. А так, спасибо за внимание. Всего доброго!